Мы привыкли к тому, что на острие технического прогресса находятся горные снегоходы. Но все изменилось в модельном ряду 2020. Встречайте, Lynx Commander Grand Tourer. И это просто космос. Вообще, обзорщик должен быть беспристрастным, но в данном случае я не могу таким быть, потому что в линейке 2020 этот снегоход нравится мне больше всех. Начнем, как обычно, с передней части снегохода. Передняя подвеска на А-образных рычагах. Отличительной особенностью этой модели является колея. Она на 10 сантиметров шире, чем обычно. Это дает дополнительную устойчивость. Кроме того, мощные амортизаторы Каяба с возможностью регулировки сжатия. Стабилизатор поперечной устойчивости. Особого внимания заслуживает рулевое управление. В нем присутствует трапеция. Что это дает? При повороте руля лыжи поворачиваются на разные углы. Внутренняя лыжа по отношению к повороту поворачивается на больший угол для того, чтобы обеспечить ее движение по меньшему радиусу. Так мы получаем идеальное прохождение снегоходом поворота. Давайте разберемся дальше, что же есть в передней части этого снегохода. Коробка передач. О ней подробно вы можете посмотреть в нашем обзоре Commander Standard. Руль регулируется по высоте. Как это сделать? Ослабить руль и отрегулировать. Ручки очень агрессивные от бундокера. Панель приборов, огромный дисплей 7,2 дюйма. Давайте я его сейчас зажгу. Сейчас включен эко-режим. Выключили. Включим спортивный режим. Также на панели есть два переключателя. Один переключатель режимов Eco, Standard и Sport. И переключатель подогрева сидений. А мы помним из предыдущих наших роликов, что если вы используете правильную одежду с хорошей мембраной, то вы останетесь сухим даже с включенным подогревом сиденья. Но главное, что есть в передней части этого снегохода, это, конечно же, двигатель. 900 Ace с турбиной. Союзник мой, сила, могучий союзник это. Да пребудет с вами турбо. Перейдем к задней подвеске. Задняя подвеска Easy Ride. Мы о ней вкратце рассказывали в ролике про Commander Standard. Сейчас чуть-чуть подробней. Здесь она слегка модифицирована. Это премиальный снегоход, и у него мощные премиальные амортизаторы. Вот этими кольцами настраивается жесткость пружин. Кроме того, у каждого командера есть очень простая регулировка жесткости и мягкости. Если вы едете вдвоем, вы делаете подвеску жестче. Вот так это просто сделать. Сами амортизаторы больше регулировать не нужно. Их регулируют один раз под свой вес и под свои принципы катания. В передней части задней подвески находится ограничительный ремень. Если мы увеличиваем его длину и увеличиваем предварительный натяг передней пружины, мы тем самым уменьшаем нагрузку на лыжи, разгружаем их. Если же мы укорачиваем передний ремень и уменьшаем предварительный натяг вот этой пружины, то мы увеличиваем нагрузку на лыжи, нагружаем их дополнительным весом. У меня была возможность протестировать этот снегоход в течение 3 дней. И я вам скажу честно, я влюбился. Набор этих нововведений, широкая колея лыж, рулевое управление с трапецией, отличные сиденья с подогревом, регулируемый руль, панель приборов и, конечно, вот этот мощный, прекрасный турбированный мотор. Все это сделало этот снегоход просто фантастическим. А как он едет? Это просто чудо.